В Николаеве азовцы и ветераны афганской войны сошлись в рукопашную прямо в офисе афганцев. Стороны выясняли отношения после вчерашнего конфликта. Напомню, во время возложения цветов 9 мая возникла потасовка. Что стало причиной разборок сегодня, расскажет Кирилл Ющишин. Офисы Союза ветеранов Афганистана и Союза участников АТО находятся в одном здании. После драки во время вчерашнего марша азовцы и атошники сегодня снова пришли разбираться. Юрий – участник АТО, служил в 79-й бригаде во время третьей волны мобилизации. Вчера получил самые тяжелые травмы, афганцы сломали ему руку. Сегодня тоже досталось, но уже меньше. Зашли, они, один из афганцев сразу из-под дивана достал биту. Ну, разговора изначально не получилось, они были изначально агрессивно просто настроены. В офисе Союза ветеранов Афганистана говорят, что все было иначе. Драка началась, когда атошники и азовцы, которые пришли вместе с ними, сорвали красные знамена их воинских частей. Такого они стерпеть не смогли. Начали срывать знамена. Вот, видите, вот они порваны все, некоторые из них. Некоторые забрала полиция для экспертизы. Начали рвать знамена. Естественно, мы вступили за наше святыня. Началась драка. Били молотком. После очередного инцидента стороны так и не пришли к единому мнению, кто вчера начал первым. Один товарищ с правого сектора вскочил в колонну, его аккуратно вывели, его не избивали. Группа молотчиков начала нападать на колонну, мы шли аккуратно, одна группа напала, отбились. Прошли, сомкнулись, пошли дальше, вторая группа напала. Опять отбились. Возникла ссора, и в результате этой ссоры возникла драка. В результате этой драки пострадала опять атошник. Офис афганцев буквально в одном квартале от главка полиции. Полицейские и спецназовцы появились на месте событий практически мгновенно. На теперішній час двоє громадян звернулися за медичною допомогою. Один з них госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Другий госпіталізації не потребує. Больше других сегодня пострадал глава областной организации ветеранов Афганистана. Юрий Соловьев с серьезной травмой головы находится в больнице и с прессой общаться отказался. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Николаев.